у них там нормально, 50-60. Ну, у них как получается рест континентальный на Якутии. А там нет, но там дует. То есть, когда у тебя ветер 20 метров в секунду, что там охлаждение на 20 градусов. А на Шмидта мы уехали, вернулись через 20 дней, и там все эти 20 дней было. На Шмидте? А это колеса там меняли, да? Вот, на Шмидте. То есть нашли колеса там, да? Нам очень сильно повезло. 38 куда девали? Ну, это на крыше. Поедешь там, а он 4 года. Они сейчас по нему не ездят, потому что там перевал, особенно свеча, вот, который Денис выкладывал. Ну так-то там вообще... С контейнером там, ну... Не, ну понятно. Фотография-то сделана сверху, а сам перевал с контейнером очень тяжело. Сверху, снизу. Снизу вверх, вверху стоит, ну, машина. В смысле, это не передает. Там видео может получиться. Вот, то есть, кстати, нам советовали. Действительно красиво. Ну и у нас точка решения, принятие решения была в Билибино. Пробили зимник или нет, да, мало. Когда мы узнали, что да, пробили, мы поехали. Мы считаем, что очень хорошо, что так получилось, потому что нам очень повезло на Чукотке пообщаться с людьми. И именно категория людей, с которыми мы больше всего сталкивались, были водители, которые провели на Чукотке всю свою сознательную жизнь. 30-40 лет. Кто-то в молодости уехал заработать, кто-то в армию и не смогли уехать, сейчас живут и не могут оттуда, уже душа не отпускает. Вот это люди, которые изъездили ее колесами всю вдоль поперек. Совершенно уникальный актер. Привет можно передать. У нас будет потом список благодарностей отдельных всем этим людям.